такое ячейка и как его создать? Ячейка – это ядро сопротивления, которые станут двигателем в процессе мирного свержения режима Назарбаева-Токаева. Ячейка – это чат, группа, созданная в Телеграме с вашими доверенными людьми. Ячейку создать очень легко и просто. Заходите в Телеграм, создаете группу, добавляете в эту группу ваших доверенных людей, которые готовы бороться против этого режима. Если у вас таких людей нету и вы один, вы можете и один создать ячейку. Создали группу, дали имя своей группе, ячейке, Яшек, например, ячейка, Алматы условно. Добавляете координаторов штаба, меня, Заманбека Тлиулиева и Ильдоса Насипекова. Все, ваша ячейка создана. Выходите на штаб, и мы обязательно свергнем режим Назарбаева-Токаева. Нам нужно активно создать 4000 ячеек быстро. Тогда мы очень легко и быстро и организованно гарантированно свергнем режим. Алга, Казахстан.